творением. Вильям Шекспир, монолог Гамлета, перевод Пастернак. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление и смертной схватки с целым морем бед, покончить с ними, умереть, забыться? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу? Это ли не цель желанная? Кончаться, сном забыться, уснуть. И видит сны, вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгар, вот что удлиняет мучением нашим жизнь на столько лет. Это кто снес бы унижение век, неправду угнетателей, вельмож заносчивость, и скоро суд, отринутое чувство, и более всего насмешки недостойных над достойным, когда так просто сводят все концы удар кинжал. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боясь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли. Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас трусов превращает мысль и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодие умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавший успех от долгих отлагательств. Но довольно, Офелия, о радость, помяни меня в своих молитвах, Нимфа.